Так, 9 сентября, 17 год, Харьков. Шесть ноль один по Киеву. И именно на сейчас нам обещали рассвет. Где-то там он должен у нас приключиться, судя по видео. Никогда не выезжайте в 6 утра 9 сентября под окружную в майке, в шортах и в шлепанцах без носок и без мозгов. Вот оно. Вот оно, наше солнышко, красавица. Ай, какая красота. 6.03. Боже. Какая красотища. И ветер стих. Прям все в масть. 0603, да. Фу, ну не зря я тут отмораживаю. То, что еще не отморозилось. Чтобы было видно хоть чуть-чуть горизонт и движение солнца. Вот это шарик. Эх, сейчас чуть-чуть приподнимется солнце. Тогда наведу камеру уже на Харьков. Тут, конечно, пейзажик достойный. Так.
пожалеем камеру. Поехали смотреть на Харьков. Еще у нас луна есть красивая. Давай, наверное. Уже астрономия, так астрономия. Сейчас. Да что ж ты так неудачно? О! И будет у нас как в песне солнце и луна. Ну не красота. Кстати, на восходе солнца через пару, по-моему, дней Меркурий должен быть наиболее далеко от солнца. Может, и захватило что-то. Хотя, конечно, вряд ли. Меркурий не та планета, чтобы на мыльницу снимать. Так, ну и вон он наш Харьков. Общежитие ХПИ на Шерводе. Да что ты будешь делать, профессионал? Это у нас турбоатом. Парус. Салтовская ТЭЦ.
уже ближе к...